Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Вот я нахожусь на бывшей железной дороге Белорецк, Катав, Ивановск. Возвращаюсь с гор и хочу вам показать дорогу до Терляна. Такая вот красота у нас. Будем любоваться вот этой природой, останавливаться. Поедем мы напротив солнца. Не знаю, какая съемка получится, но что-то получится. Оставайтесь со мной. Сейчас вот подойдем к речке Арша. Слышишь, как она журчит? Полюбуемся. Тут вот такая гора интересная. Ну идемте к речке, послушаем шум воды. Вот так вот бежит, шумит горная речка Арша. Берет она свое начало у хребта Бакты и впадает в Терлянский пруд. Чистейшая водичка. Среди камней. Сейчас, конечно, мелководные, но весной бурлит, шумит. Чудесная погода. Ну что, друзья мои, поедем по бывшей ЖД, прокатимся. Едем. Дорога есть дорога. Думаю, никому не интересно. Будем вот любоваться речкой. Сейчас километра полтора проедем. Там красивые скалы будут. Скалы вам покажу. Вот наша дорога, по которой мы едем. Поехали дальше с остановочками. Вот речка Арша и переезд через нее. И наша золотая осень. Такая вот она у нас. Самое красивое время года. Едем дальше.
вот гора, которая вдали. Вот я на ней был. Думаю, вы видео смотрели, как я поднимался на нее, снимал панораму. А тут вот такие вот скалы. Полюбуйтесь. Осенняя красота гор. Все краски осени. Вон на скале рябина как растет. Сосенки. Красота. Рядом вот речка шумит. Хороша. Покажу сейчас вам ее еще. Вот она шумит. И вот дорога. Тут вот тоже скалы. За деревьями. В общем-то, они довольно-таки крутые. Видно их, нет ли? Думаю, видно. Ну, поедем дальше. Ближе к Терляну. Какая все-таки красота. О, шиповник. Прямо на берегу растет. Какие ягодки. Водичка такая. Ух. И березка. Ну надо же. Сколько красоты в одном месте. Мы едем. Ну вот, друзья мои, мы практически приехали. Посмотрите, наши горы, нашу красоту. Не нахожу я других слов, вот кроме наших гор и нашей красоты. Нашей красоты. Но еще немного осталось. И мы будем в Терляне. Покажу вам, друзья мои, мои зрители, наш Терлянский пруд. Посмотрите, вечереет уже, солнышко вот против солнышка. Ну ладно, поехали, любуемся красотой Терлянского пруда. Ну вот, друзья мои, мы и приехали. Вот наш Терлянский пруд. Посмотрите, какая красота. Любуемся, друзья мои. Ну и всем пока. Всем мира и добра. Спасибо, кто был со мной, кто доехал до пруда. Берегите себя и своих близких. Пока-пока, друзья мои. Всем удачи. Всего самого доброго.